Молодые люди. Да. По какому делу? Заходите сюда. Стало традицией приглашать на встречи со студентами РУДН творческих людей. На этот раз на факультет гуманитарных и социальных наук приехал молодой актер, режиссер, участник команды КВН Российского университета дружбы народов Ашот Кищян. Инициатором встречи выступило землячество армянских студентов. Ребята очень хотели, чтобы он приходил именно землячество. Он приезжал за год назад к землячеству, смотрел, как они в КВН играют. Они всегда про него спрашивали. Я обещала, что приглашу. Старалась выполнить свое слово. В 2003 году Ашот Кищян вместе со своим братом, популярным актером сериала «Универ Араратом», были приглашены в команду КВН сборная РУДН, в составе которой дебютировали в высшей лиге, а в 2006 году стали чемпионами. Несмотря на свою занятость в различных творческих проектах, он по-прежнему частый гость на межфакультетских играх. Не так давно он начал снимать свои фильмы. Я закончил высшие курсы сценаристов-режиссеров, и дипломная работа – это короткометражный игровой фильм, который я снял в июне прошлого года. И вот сейчас пришло время, наконец, он долго по объективным причинам лежал, то есть до него руки не доходили, его сейчас дошли, и вот я вот как бы резюмировал работу, но еще раз покажу, и если, предположим, будут какие-то ценные замечания, есть еще возможность внести их, скажем так. Ну, студенчески поделимся, поговорим. Студенты активно следят за творчеством Ашота Кищяна и уже посмотрели его работы. Новеллу к фильму «Мама» и полнометражный фильм «Няньки», которые привлекательны оригинальными сюжетами и юмором. Я бы хотела отметить его чувство юмора. Мне очень оно нравится. Во-первых, оно доступное, во-вторых, оно оригинальное. Редко бывает такое сочетание двух качеств, но мне кажется, это вот уникальный вариант, и именно поэтому его творческие работы очень приятно смотреть в кругу друзей. Такие встречи интересны для студентов, и их всегда нетерпением ждут. Организаторы пообещали пригласить Ашота вновь, как только позволит его плотный график. Интересно, как бы, не то, что сам он наш земляк, нам очень интересно, вот он снимается, как бы играет в КВН и так далее. Вот мы очень рады его видеть. Евгения Городилова, Елена Барышева, Михаил Хабин. Новости ТВ РУДН.